стереотипы о Советском Союзе и восхваление героя боевиков. Отличный фильм, мне только непонятно, для какого поколения его создавали. Для взрослых фильм не несет ничего нового и интересного. Они и так помнят те времена, а для более молодого фильм не раскрывает всех проблем, которые привели к ядерному инциденту. «Чернобыль. Бездна» — первый крупный российский художественный фильм о последствиях взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Основная проблема фильма в том, что это попытка угнаться за блокбастерами 90-х годов, а не показать что-то более глубокое и осмысленное. Я бы с большим удовольствием посмотрел на меньшее количество спецэффектов и даже не расстроился, если бы в фильме не было такой романтической линии. И не меняли «Титаник» на атомную электростанцию. Хотя актриса, конечно, классная. Режиссер мог воспользоваться своим преимуществом, прекрасно понимая менталитет той эпохи людей, которые боролись за спасение мира, выполняя свою работу. Я смотрел интервью некоторых из них, и они так просто говорят: «Это была моя работа, как я мог поступить по-другому?» Несмотря на невежество некоторых из руководителей, поддерживающих культуру молчания и секретности СССР. Для этих людей выполнение работы было превыше своей безопасности. Им всего лишь нужно было преодолеть огромный страх, рисковать своей жизнью, а многим даже не рисковать, а заведомо понимать, что выжить не получится и нужно сделать все возможное для предотвращения еще большей катастрофы. Конечно, все участники событий были профессионалами в своем деле, с огромным опытом. Но просто представь, что в тот момент все пошло не так. Пожарные, которые тушили возгорание, не были готовы, что птицы падают с неба. Неразбериха, непонимание масштаба трагедии, правительство, которое не понимает, как себя лучше вести. Им тоже было нелегко знать, что каждое их слово будет цитироваться в газетах. У нас в стране даже перед какой-то небольшой проверкой по всему предприятию наводят марафет, чтобы чиновники продолжали жить в своем вымышленном мире, где все хорошо. А такую катастрофу не скроешь и не приукрасишь, покрасив стены и по-быстрому залатав дороги. Эпохи меняются, проблемы остаются. Наверное, не нужно было делать из главного героя невосприимчивого к радиации всезнающего альфа-самца из Духлиса, чтобы показать жизнь обычного советского человека в романтизированной киновселенной. У режиссера была возможность не переснимать сцены из десятков фильмов, а сделать что-то не только свое, но и пролить свет на подробности, произошедшие в 1986 году. Хотя и так, наверное, всем уже давно все понятно и известно. Но можно было постараться изменить мировоззрение людей, что тактика прикрывания своей жопы за счет умалчивания проблем не самая лучшая тактика в перспективе. Фильм точно неплохой, это младший брат сериала от HBO, и его можно назвать ускоренным курсом по событиям Чернобыльской аварии. Только фильм скорее история любви, чем драма про обстоятельства катастрофы. Подписывайся на канал, даже если не согласен с моим мнением, а еще лучше напиши свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр!